Подкинули котят под дверь на работе. Так мне сказали по телефону, когда сообщили о вот такой находке. Оказалось, что это были не котята вовсе, а мышата в контейнере, даже с запиской. На записке было написано «Прочтите, пожалуйста». И пока я вскрывал, я думал, блин, что за люди, которые выкидывают животных? Когда я открыл записку, на ней было написано «Мы больше не можем за ними ухаживать, надеемся, им у вас будет лучше». Вот уж действительно не поспоришь. Мы открыли контейнер, в нем было два мышонка, оба мальчика, и мы начали их осматривать. На руках мышки были достаточно спокойные и ручные. Подсаживать к своим пока не будем, посмотрим, как они себя ведут.